Проект повышения международной конкурентоспособности российских вузов 5100, приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» – это далеко не полный список проектов, благодаря которым требования к языковой подготовке студентов повышаются. Все чаще образовательные программы вузов включают дисциплины на английском языке, участие в которых предполагает наличие определенного языкового уровня. Согласитесь, в этом случае как нельзя кстати будет международный сертификат, полученный по итогам сдачи языкового экзамена, где уровень кандидата был оценен не просто группой независимых лиц, а квалифицированными специалистами выдающегося учебного заведения, известного во всем мире, в том числе и в качестве эксперта в области оценки уровня владения иностранным языком. Наличие такого сертификата не оставляет вопросов о степени готовности кандидата к участию в программе. Подтверждать уровень владения английским сертификатом международного образца необходимо и претендентам на участие в зарубежных стажировках и программах академической мобильности. Для участия в подобных программах, так же, как и для получения высшего образования за рубежом, недостаточно просто с детства учить английский. В колледжах и вузах США, Канады, Великобритании, да и Европы в целом, вам будет необходимо сдать один из международных экзаменов, чтобы подтвердить ваш уровень владения языком. Наличие кембриджского сертификата, который является бессрочным и не требует пересдачи, сильно выручает студентов и при подаче документов на участие в международных конкурсах и грантовых программах. А процесс подготовки к международным экзаменам позволяет отточить навыки эффективного общения на английском языке, отработать стратегии выполнения экзаменационных заданий, направленных на диагностику навыков чтения, говорения, письма и восприятия иноязычной речи на слух. И тем самым максимально облегчить задачу подготовки к внутренним вузовским экзаменам по английскому, которые зачастую максимально приближены к процедуре проведения международных экзаменов Cambridge Assessment English First, Advanced, Business. Ведь уже сегодня многие российские вузы, особенно языковые, при составлении программ берут за основу уровни общеевропейской шкалы языковых компетенций. Начиная с уровня B2 на первом курсе, они стремятся вывести студентов на экспертный уровень C2 уже к окончанию третьего курса. Именно этот амбициозный уровень позволяет студентам успешно справиться и получить высокие баллы на экзаменах по общему Cambridge Assessment English Advanced и Proficiency и деловому английскому Cambridge Assessment English Business Higher.